Привет, дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс. Мы с вами продолжаем проходить Morrowind. Остановился в предыдущей серии на том, что мне попался в пути вот этот вот молодой человек. И мне его нужно теперь довести до пещеры, которая находится где-то в западном побережье. Сейчас покажу где. Вот здесь, да? То есть мне сейчас надо будет как-то ровно на запад пройти, либо вот так обойти, не знаю, потому что по горе мне не удается, вот гора видно, как-то вот тут в обход, наверное, можно пройти каким-нибудь образом. И добраться мне туда нужно за 2 суток. То есть у меня ограниченное время. Ну и, соответственно, как всегда, наверняка мне нужно будет сейчас оберегать его от нападения. Потому что если он погибнет, то у меня квест будет не пройден. Я уже с таким сталкивался. А поэтому я буду почаще сохраняться, потом мы будем идти. Я не хочу, чтобы у меня какие-то квесты зависали, потому что это негативно скажется в будущем. Ну и плюс это многих нервирует. Как показало время, практика. Начинают оскорблять и так далее. То есть, ну, вести себя как-то некрасиво в комментариях, ну и в целом дизлайки ставить неосновано, необоснованно под всеми видео там. Умри. Такс. Смотрите-ка, стрелы летят выше, чем надо. Ты-то куда бежишь? Стой, не беги, я сам справлюсь. Вот у них есть такая манера, у вот этих вот спутников, сразу же бежать в бой первыми. Хотя их никто не просит это делать. Так, ну ту личинку я не буду как бы на себя провоцировать, чтобы она бежала. Думаю, как-нибудь так. Не сильно ли я прошел? Так, если здесь идти, не знаю, тут проход есть ли? Или все-таки лучше назад возвращаться и вот сейчас на запад свернуть? Блин, ну здесь вообще никак не пройдешь. Надо сделать убийство быстрее, чем она сюда прилетит. Иначе могут быть проблемы, действительно. Так, это куда ведет вообще? Марган. Это Магра. Нет, это Хоу. Это что? Гнисис. Интересно, а вообще, вот Морган, а от него можно ли как-то переместиться по-быстрому? И он со мной ли переместится или нет? Не знаю, мне почему-то кажется, что я не в верном направлении иду. Не думаю, что здесь надо было сделать как-то, ну, сделали бы таким образом, что я шел на север, и мне потом надо бы развернуться и идти обратно, в другую сторону совершенно. Мне кажется, это все по пути должно быть. Ты куда бежишь опять? Идиота, кусок. Не знаю, что ему сказать. Зачем он бежит в бой? Чувствую, я не справлюсь, наверное, по времени. Не успею, потому что надо всего за 2 суток это сделать. А с тем, что я здесь хожу и ищу место, как дойти, это может затянуться очень сильно. Куда он побежал опять? Просто потерял меня, что ли? Не отставай, дружище. Вообще, по идее, лучше бы, конечно, было, наверное, не пешком туда идти, потому что это слишком долго. А как-то переместиться из вот этого Магара, как он там называется. Спутник должен со мной, по идее, также прибыть, потому что я же уже однажды путешествовал, носил страйдерах и так далее, с тем, который ищет свой громобой. Не он со мной перемещался. То есть, если здесь все так устроено, то это тоже должен. Спутник со мной будет. Это будет явно быстрее поездка, чем я буду пешком идти. Ну, хотя, так посмотреть, мне кажется, все-таки. Так, Морган. Правильно идем, все прямо.
Мне кажется, все равно, что когда мы путешествуем, возможно, время завышенно берется, ну, на путешествие. Потому что сколько раз я, допустим, на Селстрайдере путешествовал, отправляешься утром и прибываешь там ночью вообще другого дня. А расстояние хотя бы близкое. Ого, как стрелы носить начинает, смотрите. Не, надо топор. Зараженные. А, все дело в том, что у меня усталость, и я думаю, поэтому не могу попасть по нему. Надо, по-моему, восстановиться. Надо на быстрый слот, наверное, поставить. Давайте куда-нибудь, наверное. Это что? А, здоровье на единичке у меня. Поставим на, ну, скажем, на четверочку. Ой, там магический амулет. Думал, это магический. Снаряжение. А что, все списком одним будет, что ли? И бутыльки тоже. Ох, ну ладно. Как есть, так есть. Другая сторона. Хотя вот там как раз этот городок. Вот отсюда можно было бы, наверное, перебраться по-быстрому. Туда, куда мне нужно. А если так идти, то мне придется вот так, да, в обход. А с Хоуа можно, в принципе, на лодке, наверное, сюда доплыть. А что так, я даже не представляю, как здесь дойти. Здесь везде, так, если посмотреть горы. Здесь проход только вот он черненьким обозначен. Даже здесь какой-то перешейк. Сейчас пока я стою долго, думаю. Мне кажется, все-таки надо на лодку. О, летит уже, да? На упреждение будем стрелять. А что ты так кричишь-то тут? Ты так просто, как бы, создаешь видимость боя? Главное, чтобы его не атаковали. Ну что, это сразу же залажаем. Не знаю, сохраниться стоит ли сейчас. Тебя побили. А врагов-то много, я не знаю. Так можно долго идти на самом деле, если вот так бороться с ними. Как-то так, вот туда в обход. Вон, я вижу, там уже постройки есть. Наверное, мне туда и нужно. Да. Пойдем. Не отставай, друг. Стоит ли их убивать самому или ждать, пока они меня сами увидят? Я думаю, лучше все-таки сделать это раньше, самому уничтожить, пока не пришли. Это что за поселение такое? А, я вот как раз к этому подхожу. Морган. Вообще мне пойти в ту сторону надо куда-то прям. Еще даже больше. Вообще туда он прям. Как-то тут все запутано, я не знаю. Я уже запутался. Запутал. Вот действительно. Вон Селстрайдер есть, это хорошо. Я думаю, надо подойти и узнать. Отвозят ли они в то место, куда мне как раз надо. Где он отстал? Опять потерялся. Да что ты будешь делать? Наверное, сейчас стоит, боксует в очередное дерево какое-то, да? Или в камень. А где он вообще? Ну точно, он в камень боксует. Эх. Интеллект ваш меня, конечно, тут. Еще со времен громобоя того. Радует. Ну, ты пойдешь? Нет. Дружище. Ты сильно застрял, что ли? Здесь пройдешь? Давай, давай. Слушай, ты сам сказал, что у нас время ограничено, всего 2 дня, и начинаешь такое чудить. Давайте я проведу прям, как маленького ребеночка в детский садик. Все, вроде бежит.
Надо чаще оглядываться, потому что я от той... Это что было? А, это название. От той тетки убежал, помню, которая мне обещала сапоги, скороходы хорошие. Я думал, что она придет за мной все равно в любом случае, даже если я раньше прибуду в город, то, походя по этому городу, потом приду к его выходу, и она будет там находиться, то есть она прибежит. А не тут-то было. Она где-то как застряла по пути, и теперь я даже не знаю, где она находится на карте. Но все равно рано или поздно она мне попадется, потому что я думаю, здесь по всем этим местам ходить придется не раз и не два. Я пока что сохраняться не буду, у меня пускай то сохранение будет более раннее, что если вдруг можно было бы к нему вернуться. Чтоб не отсюда уже идти, а с того места, потому что там все-таки ближе туда, куда нам нужно. Сюда я зашел только из-за Силдстрайдера, чтобы просто узнать. А как называется поселение Гнисис? Вот надо туда. Да, везет. Интересно, со мной ли путник будет? Это важно. И сколько времени пройдет? Не два ли дня? Угу. Мы в Гнисисе. Путник потерялся, да, получается? Это печально. Почему-то с громобоем это, ну, который искал свой громобой, это хорошо, то есть работало. То есть можно было всегда в любую лодку сесть или в какой-нибудь страйдер. Не дают нам с тобой поплавать, такой взгляд грозный. Похож на какого-нибудь бандита заправского. Так. Этот уже живой здесь. Такс. Ну, хорошо, значит, хул отменяется, значит, идем прямиком вот так вот сюда прям. Вот здесь вроде обход, да, есть вот так. Да, единственное, на путь верный. Сейчас развернуться на 360 градусов. Ой, что-то я переборщил. Вот так. И идти вдоль вот этих гор. Как-то туда. Выше. Тебе конец. Куда ты побежал, идиот? О, вот спасать его надо прям от этого. От его же собственной глупости. А, я правильно двигаюсь? Мне надо на запад развернуться. Вон туда мне надо. Мне нужно как можно скорее оказаться в пещере Каалом. Так, что мы уже день, значит, прошли, как будто бы, да? И он мне напоминает. Ну, сейчас просто ровно идем прямо и все. Без всяких заворотов лишних. Просто идем прямо. Главное, чтобы он бежал, а то он опять застрял, я вижу. В камне. Ну да, вон он бегает и все. Эх. С тобой навозимся тоже. По горам с ними нельзя ходить, с ними только по дорогам, иначе это все, это катастрофа. Этот хоть не заметит ли? Вроде не видят, нам сейчас лишние бои не нужны, время тратить на них не будем. Так, хорошо, все верно, пока что двигаемся. По одним и тем же путям хожу дважды. По сути, время тратится впустую. И здесь в эти горы мы уже пытались залезть, у нас не вышло. С нами, может, как-нибудь в поперек идти. Не совсем склон. Да не, не выйдет, наверное. Тут атлетика нужна максимальная. Ну-ка. Но у него с атлетикой вроде хорошо. Да, он вообще нормально, по-моему, залазит. Ну-ка. Пойдешь? Нет, я тебя перехвалил, дружище. Я-то забрался, а вот ты. Идешь сюда? Во-во-во, давай-давай-давай, молодец.
Тут даже такая тропа вроде как беленькая есть. Ну зачем ты вниз-то побежал, понять не могу. Не, ну вы видите, да? Я иду вперед, он бежит назад зачем-то. У него сбой системы, все, он дальше не может идти. Тут не предусмотрен, наверное, ход. А по идее нам-то надо сюда идти. Как бы просто нам спуститься только. Давай, давай, идем. Сейчас спустимся мы возле этой пещеры уже фактически. Вон уже и вода. Где-то тут вот речка эта. Где-то вон там пещерка. Быстрее, быстрее. Мы должны успеть. Враг на горизонте. Враг не пройдет. Ты будешь долго. Все. Смотрите, он аж на куски разваливается, да? Как стрела мощно входит в них. Так, по-моему, с крысами проверенный вариант самый лучший. Это гораздо быстрее, чем я бы сейчас с лука ее. Тут где-то, по-моему, еще бегает. Вон она, вижу ее. Тебе конец. Готово. Там еще одна стоит. Умри. Куда побежал? Надо его опередить. Раньше него прийти к ней, чтобы она на меня начинала кидаться, а не на него. Во. Упс. Давай на меня бросайся. На путника, главное, не кидайся. Я готов на себя удары принять. Короче. Вот и все. Верно идем? Да, пока что все верно. Надо сохраниться, думаю. Как-то вот так туда, что ли? Где опять? Крыса? Сейчас я его топором не зацеплю ли? Это было бы очень неприятно. Столько вести и в итоге, чтобы он на меня начал бросаться. Опять? Да откуда у вас здесь столько? Не, ну зато здесь смотрите, сколько кача, да, есть. Можно прокачиваться и прокачиваться. А такие звуки ужасные издает. Ух ты, я еще, у меня дважды уровень вырос. Где еще враг? Крыса? Будешь долго. Его бы не цепануть. Я больше всего это боюсь. Так, мне надо повернуться вот сюда, вот получается. Да, как-то вот так идем. Там еще вон пещерка есть, видно. Очередной враг на горизонте. Кругом, кругом враги. Это специально все так сделано, да? Это листики, что ли? О, это листики. Пардон. Ты будешь долго. Я не знаю, что я бы делал, если бы он не лук. Он бы умер уже, наверное, потому что если бы все бои наши были бы ближними схватками, это бы могло бы все закончиться чревато очень. Так, ну все, я похоже как раз смотрю на нее, потому что там уже видно даже. Вот, вот это, наверное, и есть та самая пещера, которая нам нужна. Что-то очень сильно смахивает на какое-то такое вот сооружение. Где может обитать вот такой вот с кольцами в ушах варвар, по сути. Тебя побили. Все хорошо, я думаю, еще надо сохраниться. Два дня вроде еще не прошло, только вечереет, но мы уже почти у цели. Последние секунды, можно сказать, наверное, сейчас идут. Я уже смотрю на нее. Да, это определенно оно. Я прям туда двигаюсь.
судить по карте. Так, надо еще восстановиться. Стоит ли мне в схватку вступать? Стоит, с крысой. Как минимум. Хорошо, хоть она на меня кидается, а не на него. Да ладно, ты давай на меня. Не надо на моего товарища. Во. Так-с. Да, все, ровненько. Мы успели. Ты будешь долго. Тоже прям можно смело сказать. Так, сохранимся. Теперь узнать бы, где вход в это сооружение. Что он сказал, что это пещера, но это на особо на пещеру это не похоже, это прям какое-то большое сооружение такое. Достаточно мощное сделанное. Я прям возле него, вход в пещеру, а это... А, нет, это какой-то берандас. А мне немножко еще западнее получается, еще туда что ли? Пещера, наверное, вход с воды, с реки. Оно где-то здесь, вот внизу. Идешь? Или дерешься там с кем-то? То я уже слышу звуки. Ты будешь долго. Да ладно, она его... Давай не помирай перед самым завершением нашего путешествия-то. Еще этого не хватало. Ага, где-то снизу. Ох, наворотили-то, а. Сложно сюда попасть. Это кто? Ого, такая маленькая, а такая говнистая, слышите? Да я же стрелу зарядить не могу, она мне сбивает. Я не могу сменить оружие даже. Представляете, она его сейчас убьет, это будет такой фейл вообще в конце. Куда он побежал? Опять. Своей жизнью живет. Так. Ну, по сути... левее еще, что ли? Вот здесь где-то прям. Вход. Сюда, что ли? Куда он убежал? Понять не могу. Зачем он вообще туда побежал? Он за мной идет или сам по себе бегает? А, он драться побежал. Боец такой. Ну все, да, его еще и скосили. Вот зачем он это сделал? Побежал, говорит, не, я тебе не дам задание выполнить, давай я пойду там умру. И все. Интеллект, конечно, порой... дает знать. Не знаю, говорите, что хотите там, хайте меня или что, ну, я ненавижу АИ вот этих всех искусственных, вот этих спутников, я прям терпеть не могу с ними ходить. Ни в одной игре ни разу спутники мне не нравились, они тупорылые. Это один головняк только с ними. И ничего полезного. Вечно во все застревают, цепляются, какие-то вещами занимаются непонятными. Учас то просил его лезть туда в бой, да? Ого, она скачет. Не попасть даже. Да. А, прекрати. Сейчас топором буду их тут всех вырезать. С кем он тут уже дерется? Еще какая-то. Сколько же у вас тут? Разработчики не поскупились, да, на количество врагов специально. Ты сейчас не пойдешь нам драться? Молодец, молодец. Решили по максимуму их сюда добавить. А что, вход под водой, что ли, я понять не могу? Куда-то туда вообще показывают, вниз. Пока я парализован, я думаю, он
Я буду сейчас топором немножко. Чтобы более безопасно. Вход в пещеру, он что, прям, он прям подо мной где-то. Скажи мне, где он? Вот здесь все как бы огорожено вот этими. Может быть, как раз спуск туда идет к ней. Наверное, сейчас к ней как раз и выйдем. У меня есть идея, ну-ка. Я прям сейчас стою на ней. Может, тут покажется. Так, ну вот это самая крепость. Здесь камни, камни. Ну, в принципе, других вариантов я не вижу. Подводные, что ли? Да не, вряд ли. О, этот еще делал здесь. Плюс ко всему. Я надеюсь, он это не захлебнется. Наш спутник-то. А между тем уже вечереет. И это плохо очень. А, о, очередной, да? Смотрите. Кстати, на них очень дорогие вещи, надо их забирать. На том жалко я не собрал. Если по логике, я сейчас плыву четко к этой пещере. Только он плывет ли за мной? Да. Долго плавает он. У меня еще один навык, видели, да, только что? У меня уже три уровня. Это очень замечательно. Всего лишь одно задание выполняю, а уже на 3 уровень поднял. Так где вход-то? Уровни это все хорошо, прокачки, но пещера-то где? Это еще что-то такое? Неактивно. Зубастая гадина. Он плавает со мной? Или все, уже тоже потонул? Нет, плывет. Вот она, пещера. Так, это вот мы сейчас по воде плывем. Сюда приплыли. Так получается, она... Она, может, даже и не в воде, она на входе в эту воду была. Так, значит, надо плыть обратно. Но время еще есть вроде. Да, если сейчас вот так обогну, я прям к ней подплыву. То на шопу не отставал и не погиб нечаянно. То было бы очень досадно сейчас в самом конце вот так погибнуть. Когда уже пещеру видно на карте, по крайней мере. Да, вот так надо путь. Почему я ее до этого не видел? Странно. Или я в карту даже вроде не заглядывал. Я так зрительно пытался понять, где она может быть. Какая-нибудь там дверца увидеть. Или просто вход. А, этот мертвый, ладно. Интересно, вот то, что он так под водой плавает, он как он? Не помрет ли? Дыхание-то. Не дышит ничем. Так, а, вот она. Ну, да, спрятали. Не знаю, как я сюда зашел, ее и не увидел. Почему-то вправо не посмотрел, что ли. А может, посмотрел, просто не о том думал, может. Ну, все, хорошо. Ждем его тогда. Плывешь, молодчик.
заходи. Во, спасибо за помощь, Дани Марс. Как и было обещано, вот твое вознаграждение. Ваш дневник дополнен, 150 золота в вашем рюкзаке. Замечательно. Что за пещера вообще? Вы представляете, да, из-за каких-то 150 золотых мы вот проделали вот такой вот путь опасный. Но зато есть теперь повод изучить эту пещеру с вами. Ну, я думаю, это уже делать будем в следующем видео. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, не забывайте ставить палец вверх, также комментировать видео. И не забудьте подписаться на канал. С вами был Дэнни Марс. До новых встреч.